Рада приветствовать вас на своем канале. Сегодня хочу показать вам украшения, которые появились у меня относительно недавно. И первое украшение вы можете наблюдать на мне. Это вот такой воротник-колье. Он, на мой взгляд, необычайно красив. Просто не воротник, а весна, весеннее буйство красок. Он у меня почему-то ассоциируется именно с весной. И в этом воротничке собраны все мои любимые оттенки. Это и белый, и бежевый, и нежно-розовый, и более темный розовый, и приглушенный зеленый. Очень люблю все цвета, которые есть на этом украшении. С удовольствием его ношу. Конечно же, для такого украшения необходимо подбирать соответствующий наряд. Мне так нравится этот воротничок, что я стараюсь специально под него подбирать какую-то одежду, какой-то наряд дня, чтобы как можно чаще у меня была возможность его носить. Так выглядит колье вблизи. Очень нравится то, что каждая розочка выполнена индивидуально, что они разные по размеру, нет шаблонности, нет эффекта того, что выполнено все под машинку. Наоборот, более крупные мелкие розочки создают эффект какого-то огромного букета. Следующее украшение, которое я вам покажу, это вот такая подвеска, если ее можно так назвать. У нее довольно-таки длинная цепочка. Специально подбиралась оно под определенный мой наряд, потому что как раз к нему не хватало чего-то именно в этом стиле. Очень оно мне нравится, тоже очень красиво. И сейчас покажу вам его поближе. Следующее, что вам покажу, это вот такие серьги, тоже, которые ассоциируются у меня с весной. Украшения у меня весенне-летние. Мне кажется, в другую пору они будут абсолютно не актуальны. Эти серьги вы могли видеть уже в некоторых предыдущих видео. Они мне тоже нравятся, нравятся за счет своей цветовой гаммы. Форма у них в виде капельки, и тоже присутствуют мои любимые цвета: белый, бежевый, нежно-розовый. Очень люблю оттенки именно в такой гамме. И сейчас тоже сможете посмотреть их поближе. Также все эти украшения ручной работы, я уверена, что они в единственном экземпляре, и больше их ни у кого не будет. Это действительно мое, это мои цветовые сочетания, это то, что мне очень и очень нравится. Надеюсь, что эти украшения так же, как мне, понравятся и вам. И последнее, что я покажу в этом видео, это еще одни серьги, которые мне подарили. И мне кажется, они прекрасно вписываются в тематику этих украшений. Все мне такое весеннее, ассоциируется с цветением деревьев, с природой. По крайней мере, у меня эти украшения вызывают такие ассоциации. И следующие — это вот такие серьги в виде полумесяца, но они необычайны. Они дают возможность фантазировать, потому что здесь есть и звездочка, и ассоциируются они с вечерним небом, когда есть полумесяц, есть звезды на небе. В то же время полумесяц изображен с таким орнаментом, который вызывает у меня ассоциации с деревьями, с ветром. То есть такие серьги, которые вызывают ассоциацию с природой, с ветром, небом, звездами, деревьями. Мне кажется, они прекрасно вписываются по тематике с теми украшениями, которые я вам сегодня показывала. Они мне тоже очень нравятся. Давно хотелось мне серьги, чтобы они были круглые по форме, какие-то необычные. Теперь они у меня появились. Украшений у меня было немного, но все они довольно необычные. Надеюсь, что они вам понравились. Надеюсь, что подобные украшения будут появляться у меня и дальше. Надеюсь, что у меня на них будет вдохновение. С удовольствием почитаю ваши впечатления о подобных украшениях. Понравились ли они вам? На этом все. Всем пока!